Возникает вопрос, да? Хэштег спасите Саню. Плес, можно? Всем привет! И вы попали на очередной выпуск детектора лжи со мной и Саней. И жертва у нас сейчас... Угадайте, кто же. Я ведущий. Еще у нас есть за кадром голос Олег. Здорово. Олег поднял руку, типа на него камера смотрит. Йоу, друзья. Да, всем привет. Саня замотан. На Сане... Она давит так больно. На Сане поставлены датчики. Датчик. А на каком руке такая? Он потерял его. Нет, вот другой руке у тебя. Ну тоже. Вот он, да, вот. Это ток, это, короче, с надой. Меня еще током отбить. Тебя может еще детектор ударить током. И Олег у нас будет смотреть, что нам будет показывать детектор лжи. И у нас будет светиться эта штука либо красным, либо зеленым цветом. Вы все сами увидите и поймете. Я подготовил вопросы, которые. Люди, мои подписчики, задавали в группе. Ссылочка на нее в описании. Саня, у меня есть 13... Новый год. Что это вообще такое? Можно объяснить? Это партнерка. Что за декорация? Это партнерка. Саня, проверка! Блин, она холит больно. Саня, сейчас будет проверочный вопрос. Посмотри мне в глаза. Ты готов? Да. В общем, Саня, у тебя есть парень? Нет. Ну, у тебя нет, это правда! Это правда! Я аплодирую. Окей, продолжим. Сань, ты воровал ли что-то у меня в доме? Ты у меня третий раз в доме, ты что-нибудь воровал? Да, конечно. Так, и это, господа. Правда! Саня, ты что, серьезно, что ты у меня воровал? Окей. Следующий вопрос. На тебе сейчас мое нижнее белье? Нет. Оно больно бьет. А ну снимай! Поскольку это мое шоу и правила здесь мои, внезапный ток. Внезапный ток! В смысле, я должен был это говорить? Это мое шоу, он должен. Вопрос такой. Подписан ли ты на мой инстаграм? Да. На самом деле вопрос был вставлен просто так, потому что, ребята, подпишитесь на мой инстаграм, на инстаграм Олега, на инстаграм Сали. Потом... Сали, на мой инстаграм подписан? Да. Точно? Проверь. Ладно. Блядь, иди сюда. Все. Да. Почему-то горелым пахнет, ты же, Саня, ты что там плавишься? Ладно, давайте, я думаю, мы поугарали все вместе. И да, конечно. Настало время серьезных вопросов, которые поставят тебя в тупик, неловкое положение, и, мне кажется, заставят подумать подписчиков, отписываться ли от Сани или нет. Саня, вопрос реально серьезный. Ты когда-нибудь... А? Разговаривал со своей перхотью. Аппарат сейчас сломается просто от такого. Нет, конечно. Вопрос тоже серьезного характера. Опять? На него даже можно ответить не только да или нет. На него можно целый порядок решения какой-то. Монолог, да? Окей, да. Перед тобой стулья. На одном пике точеный, на другом... Куда сам сядешь, куда Илью посадишь? Ну давай, думай, что ты смотришь? Сань, думай. На самом деле это вопрос не на правду ложь, просто... Мне просто интересно узнать, насколько ты мне друг. А можешь Олега посадить? Он может взять подсказку друга, я могу... Можешь подсказку друга? Смотри, берешь Илью, садишь его сначала на один стол, потом на другой, и все. Нет, можно его током ударить? Как можно его током ударить? Майнкрафт — это жизнь? Не. Сань, Майнкрафт — это жизнь, я тебе не буду... Ты чё, Сань? Нет, я тебе дам суперсильный разряд в районе сотки. Нет. Ну ладно, сладенький дал, не важно. Саня, вопрос такой мемный. Ты вернул сотку? Почему-то загорелся зеленый очень странно. Нормально у вас там, а? Саня вернул сотку, все, окей. Он еще не возвращал. Окей. Саня, такой, вот чисто от меня вопрос личного характера. Тебе нравится моя музыка?
Нет, маршмеллоу лучше. Это правда! Это правда, мне обижаются! Это горькая правда, брат! Ладно, ребят, продолжим без электрошокера, потому что Саня и так настрадался, потому что не хрен брать, как говорится. Да я не враг. Не тряси стол, пожалуйста. Саня, часто ли ты джахин, трахин, бич, бичбек, ассаламу алейкум со своей работой? И на этом моменте мы поняли то, что мы забыли одеть Сане датчик на руку. Так, по-моему, остался финальный вопрос, если я не ошибаюсь. И потом вопрос от Олега, который я попросил его придумать. Ты придумал вопрос? Нет. Ну ты какого-нибудь личного характера. Саня, вот этот вопрос, я думаю, тебе хочет задать вот каждый мой подписчик и каждый человек, который... Врёшь? Ты врёшь? Ты врёшь? Одевай. Каждый человек, который смотрит ролики Олега иногда, ты любишь Бибу? Обожаю. Мы с ним знакомы еще с самого рождения. Помню. Да, это просительно. Биба тебя не убить. Можно просто Олег, и финальный вопрос от тебя ты придумал. Короче, самый банальный вопрос, который я могу спросить Саню. Сань, как дела вообще у тебя? Чё нового вообще? Нормально все? Хорошо? Копы, бежим! Ладно, ребят, я думаю, Саня настрадался на сегодня. Если вы так считаете, давайте утешим его лайком, подпиской на его канал. Романтик. Ребят, если вам понравился этот видос, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рад, если каждый, кто смотрел этот видос, подпишется на мой канал. На мой инстаграм. На Санин канал. И, ребята... Ждите, я не знаю, может быть, девушку свою посажу на детектор лжи. Или есть чего-нибудь? Я знаю, типа... Ладно, ребят, всем удачи и всем пока!